Мы продолжаем. Следующая коллекция «Красная и черная». Итак, аннотация от автора. Наша коллекция была создана не только для подиумных показов. Думая о том, что показать и чем удивить, мы возвращались мыслями к женщине, которая живет в большом городе, где находятся сотни предприятий и зачастую неблагоприятная экология. К женщине, которая ежедневно ходит на работу, отводит и забирает детей из садика, готовит для своей семьи, но в то же время посещает театры и концерты, совершает прогулки, выезжает на природу и не забывает, что она женщина в высоком понимании этого слова. Поэтому она хочет быть красивой и привлекательной каждый день, каждый час и миг. Шляпка – это тот аксессуар, который моментально меняет и в то же время завершает образ. Перекрасьте волосы, измените прическу, а лучше всего наденьте шляпку. И все, вы уже совсем другая. И неважно, где вы живете, в столице или в провинции, вы просто другая. А нам, производителям, нельзя забывать о том, что шляпка должна быть не только красивой, индивидуальной, но и практичной, функциональной и доступной по цене. Поэтому при всем минимализме самых востребованных цветов мы постарались показать их сочетание, при котором не только обладательница головного убора, но и окружающие почувствуют нотки праздника и хорошего настроения. На взгляд авторов коллекции, мы чуточку приблизились ко всем этим критериям, создав коллекцию «Красное и черное». Ну что ж, дорогие друзья, описание более чем подробное, увидим, что из этого получилось. Вторая коллекция «Красное и черное». Автор Елена Ситникова. Головные уборы от Прилько. Город Челябинск. Коллекция «Красное и черное». Все в ней тайна и страсть. Крылья сложат. И ночи темнее, встрепенется, взлетит, и олеет улыбка зари. Просто женщины, власть, откровенье любого сильнее, если не досказать и немного не договорить. Легкий шелест одежд, шлейф духов, капли жемчуга в ушке, быстрый взгляд, затененный вуалью, как молния блик. Как из плена невежд, так из облика милой простушки вечно женственный и неразгаданный облик возник. От гребенок до пят не изучишь, поверь Пастернаку, и от шляпки безумной до тоненького каблучка муза лунных сонат на холсте неожиданный ракурс или неуловимый напев золотого смычка. Let's burn
Компания «Головные уборы» от Плюйко. Руководитель Татьяна Плюйко. Дорогие друзья, еще раз давайте ваши аплодисменты для компании и руководителя Татьяны Плюйко. Пожалуйста, ваш диплом, подарки от чайной компании ТЭС.